Бизнес и власть – связующее слово «партнерство». Форум «Волга Investment Summit 2020» посвящен теме инвестиций. Где искать точки роста и как выстраивать сотрудничество? Ответы на эти вопросы вместе искали представители власти, бизнес-сообщества и инвесторы. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в форуме онлайн. Региональное инвестиционное законодательство обеспечивает равные условия для всех инвесторов. Оно направлено в первую очередь на устранение административных барьеров и создание благоприятного налогового режима. Местом проведения саммита 63-й регион выбрали не случайно. По привлечению государственно-частного партнерства Самарская область – безусловный лидер. У нас на сегодняшний день реализуется 78 проектов с общим объемом инвестиций почти 150 миллиардов рублей. Это, конечно, уникальный показатель. И, конечно, до нас не дотягивается ни один другой регион Российской Федерации. Наша компания находится с 2007 года в России, и с 2017 года мы находимся в Самарском регионе. Почему мы выбрали Самарский регион для инвестиций? Первое – это наличие компетенции и хороших вузов для наших кадров. Это тоже удобная инфраструктура, очень логистика. И это поддержка администрации, потому что нам нужно дальше развиваться. Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по бизнесу и дала понять, насколько важно выстроить партнерские отношения между властью и предпринимателями. Время тяжелое, но для ГЧП, на мой взгляд, это время возможности. Участие в саммите – это возможность установить деловые контакты и обменяться экспертным мнением по самым актуальным вопросам. Новые тенденции в сфере инвестирования, восстановление рынка в постковидную эпоху. Форум разбили на несколько дискуссионных площадок. Ключевым моментом стало подписание соглашения о сотрудничестве между регионом и университетом 2035, крупнейшей площадкой в России по подготовке кадров в сфере цифровой экономики. Подписано. Да, вот, демонстрирую. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.